Всем привет, это короткое видео по биткоину и по золоту. Смотрите, что происходит. 5-минутный таймфрейм, ваш любимый. Локальная картина. Биткоин отскочил от 0.5 уровня по Фибоначчи. И похоже, что ниже он уже не спустится в этот момент, потому что он отскочил достаточно мощно, на хороших объемах, на дивергенции вот здесь. И я писал чуть ранее в чате, в телеграмном нашем, что если будем падать, ловите уровень 61.8, но он туда не упал. Но, тем не менее, если мы сейчас продолжим снижение, то уровень 61.8, на мой взгляд, будет ультимативной поддержкой в рамках этого отскока. Это уровень 38.200. Вот. Но пока мы видим, что удержался 0.5 уровень, 38.400. Поэтому, в принципе, мы можем и не дойти до сюда и затузамунить сразу. Ну а так более глобально, смотрите, мы просто вернулись в этот канал, то есть ничего не происходит, мы стоим в боковике, вот так вот флетим. Сложно тут что-то сказать, кроме того, что, конечно, фундаментально биткоин очень сильно недооценен, перепродан, и как бы дорога ему давно туда и гораздо выше. Это вы все знаете и без меня, надеюсь. Хотя очень многие сейчас топят за медвежку, думают, что мы упадем, это очень хорошо. Это топливо для роста. Только что в чате написал один, что биткоин никогда не будет 100 тысяч долларов. Ну, я такое слышал, ребята, и про 10 тысяч, и про 1000. И вон некоторые люди и про 100 долларов застали. Так что смотрите, тут вон какие пампы-дампы, тут потенциал-то хода есть. Смотрите, как легко цену пампить, поэтому понятно, что ее так же легко и дампить, но как бы надо быть готовым ко всему, но надеяться на лучшее, как говорится. Более, что интересно хочу отметить, это то, что золото, ребята, вы спрашивали, где покупать золото, вы спрашивали, где его брать. Так вот, на мой взгляд, очень хороший уровень сейчас, потому что золото опустилось в золотой карман, ребята. 61.8 по Фибоначчи, вот с локального лоу до локального хая натянули сетку, и видим, что прямо сейчас статистически очень-очень даже хорошая точка входа в золото. Дисклеймер, естественно, не финансовый совет, если опустится еще ниже, куда-нибудь на 1920, я там агрессивно докуплю, но сейчас я уже тоже стал докупать. Кто меня смотрит, вы знаете, что я торгую золотом на Фемикс, забираю прибыль, потому что на выходные мы видим боковое движение, и, ну, как бы платить фандинг все это время нет смысла, лучше потом перезайти. Тем не менее, когда мы забираем всю прибыль, мы потом смещаем с вами точку входа, да, то есть у меня первые точки входа были еще где-то вот здесь, потом вот здесь, сейчас уже я смещаю вот сюда. Но, ребята, мы видим такую тенденцию, что люди в панике сейчас бегут и скупают физическое золото, а это, ну, просто неумолимо уведет цену наверх. Тем более мы были уже недавно на 2100 почти, и я думаю, что золото ждет очень сильный рост сейчас. Вот, ну а где его покупать, вы спросите, я вам отвечу. На лучших биржах, ссылки на которые в описании, торговать вы можете на Фемиксе и на PrimeXBT. Вот, на PrimeXBT у меня два лонга по золоту и по серебру. Я большую часть уже тоже разгрузил, но все еще вот меньшую часть держу и буду сейчас догружать, видимо. В хорошем плюсе они, оба лонга. А на спот вы можете набирать золото на Binance, ребята, на Binance. Кстати, по нашей ссылке 20% скидка на комиссии идет. И на других биржах тоже хорошие бонусы. Вот на PrimeXBT промокод CryptoCommons50 действует на все депозиты. Вводите его в маржинальном аккаунте и получаете хорошие бонусы на депозиты. Вот, а на Банане, оно называется PaxG. На Банане вы можете не торговать, а именно покупать на спот. Ну или торговать на споте. То есть на Банане оно без плеч. PaxG – это стейблкоин. Paxos – стандарт. То есть вы можете здесь, грубо говоря, не в тезере держать, забирать прибыль не в тезер и держать депозит, а в PaxG, в золото. Очень хороший инструмент. Вот, то есть, короче, на Binance на споте держим PaxG, а на PrimeXBT торгуем XAU и XAG, и на Фемиксе, соответственно, торгуем Gold. Вот такой вот расклад. Все лонги я продолжаю держать. По битку, еще раз говорю, думаю, что мы очень сильно улетим, но если сходим вот так, я еще больше докуплю. Короче, вот такой вот короткий апдейт, ребята. Все ссылочки в описании. Торгуйте осторожно, соблюдайте риск-менеджмент. А с вами был Гриня, это канал CryptoCommons. Спасибо, что смотрите. И скоро увидимся. Всем профитроли, пока.